Всем привет! Сегодня у нас пустые баночки декабря. Заканчивается наш год 2018. И я хочу пожелать всем своим подписчикам здоровья, счастья, мира, удачи, успехов, везений в 2019 году. А сейчас приступим к пустым моим пустышкам. Доместос, самый любимый, незаменимый. Каждый месяц пользуюсь, он мне нравится. И нравится мне его запах хлорки. Потому что если ее нет, такое ощущение, как будто ты не убралась. Никак он мне не режет нос, никак я вообще... Я, честно, я кайфую от этого запаха, когда захожу в ванну, у меня сразу ощущение свежести, как будто у меня чисто, убрано. В общем, покупаю его всегда, каждый месяц вам его показываю, ну, может, не месяц, я покупаю такую вот литровую бутылку, и мне ее хватает иногда на полтора месяца, иногда на два месяца, иногда на месяц. Затем тоже мой любимый, незаменимый Краснодар выпускает. Это кондиционер для белья, ультракомфорт, кашемир и шелк. Беру иногда разные, какие там, вот цена 80-85 рублей. Сейчас подорожала, была 76-78, сейчас 80-85, вот в этих пределах меньше я сейчас не встречаю. Пользуюсь постоянно, он густоватенький, он хороший, очень мне нравится. И наше производство, в принципе. Сарма тоже самая любимая, незаменимая. Удаляет, хорошо моет посуду. То есть очень комфортно с ней работать, не сушит руки, очень классно и удаляет пятна с одежды, извиняюсь. То есть вот так вот, мне тоже в каждом ролике я уже про нее рассказываю, как я эти пятна с одежды ей убираю. Затем вот такой ополаскиватель лесной бальзам. Каждый раз покупаю разные, покупала Фаберлики, тоже очень хорошие. Сейчас Фаберлики не заказываю, заказываю за большого объема, именно вот такие вот, ну, покупаю, скорее всего, в магазинах, каждый раз разные, против воспалений, там, ну, вы поняли, каждый раз пользуемся разным, в принципе, хороший, мне очень понравился, мужу тоже очень понравился, очень классный, достойный ополаскиватель для полости рта. Покажу вам еще вот такой вот Сантри. У меня тут был пшикалка-дозатор, я переставила в другой. Вот. Санита вот такая вот. Очень классно, очень хорошо удаляет жир с печки, с решетки. То есть духовку я не пробовала данным средством помыть, честно признаюсь. Но обязательно приобрету эту еще раз Саниту для того, чтобы помыть ей духовку. Как моет плиту, это вообще шикарно. Я даже пшикаю плитку, мою ей, то есть очень мне очень понравилось. Буду покупать. И вам советую, кто не покупал, покупайте, но обязательно нужно работать с ней в перчатках, потому что это все же химия. Вот так вот у меня вот такой вот мужской закончился у мужа гель для душа. Классный запах, увлажняет, ничего не сказал, плохо, неплохо, значит, нормально, если ничего муж не сказал. Затем вот такая вот, это самая любимая, самая вообще классная присыпка, которая есть на рынке. Я пробовала аптечные, в общем, разные пробовала. Вот это самое классное этой фирмы. Это вообще самая классная бомбовская присыпка, которая действительно справляется с разными покраснениями, с разными видами. Я ей даже иногда пользуюсь. То есть очень хорошая, классная присыпка. Здесь осталось вообще на донышке. Ну, решила показать, здесь на три раза помыть руки.
ребенку. Решила уже показать вам и выброшу, и не буду ничего оставлять. Вот такое вот жидкое мыло от компании Faberlic. Очень понравилось, очень классное. 3+. У него оно гипоаллергенное, не сушит, очень классное. Нам очень нравится, ребенку нравится. Из-за этого рисунка он сам тянется к этому мылу. Закончился вот такой вот спрей. Я его больше использовала как термозащиту. Такой DD спрей, уход для волос. Здесь очень большое действие, но я, честно, ничего и не заметила, что оно делает. Придает волосам объем и упругость. Обеспечивает тут укладку. Фиксирует. Не склеивает волосы. Не утяжеляет. Создает гладкий блеск. Легкое расчесывание. Извиняюсь. Погода испортилась. И начинаем мы заболевать. Что я вам скажу? Я ничего, вот это, что здесь написано, ничего не заметила, что это средство делает. Я просто использовала как термозащиту. И все. Куплю ли я это средство? Ну, я его не поняла, в принципе. Вот почему и использовала. Я надеюсь, что она там что-то защищала мне, когда я феном, утюжком приглаживала. Но волосы гладкие, не испортила, в принципе. Ничего, не могу ничего сказать. Покупать буду, не буду, я не знаю. Я уже у многих блогеров смотрела обзор на данную продукцию. И все говорят одно и то же, что они не понимают, что это такое. Оно не делает то, что там указано сзади. То есть, не знаю, посмотрим. Может, еще что-то найду, какие-то отзывы по данному средству. Может, вы пользовались. Напишите, пожалуйста. Может, я просто чего-то не понимаю, не догоняю. Вот в таком плане. Моя любимая краска следующая. Эстель. Каждый месяц крашусь. 5,3. Цвет у меня 5,3. Здесь по-английски написано. А в другой коробочке было тут написано по-русски, какой цвет. Светлый шатен золотистый, кедровый. Вот. Каждый месяц пользуюсь. И окислитель 6%. Мне эта краска очень нравится. Закончился такой крем для рук Faberlic. Очень хороший. Мне очень понравился крем. Крем достойный. Стоит его покупать. Очень хорошо питает. И кутикулу питает он. Очень классный. Он идет у нас с маслом ши, депантенол, масло облепихи. Затем краска Хна, вот такая вот, от такой фирмы, не буду коверкать ничего. Она идет без аммиака, без окислителя, без запаха. Неплохая краска, вот такую я часто покупаю, крашу брови. Сейчас, конечно, хочу приобрести другую, попробовать еще. Хорошая красочка, в принципе, 5 дней держится, и даже на коже. На волосах и на коже. Очень классная. Затем вот такие вот влажные салфетки закончились. Очень понравились. Хорошие, приятный запах. Хорошо очищают. Размер нормальный. Не маленькие, не обрезанные они. Очень хорошие. Классные салфетки. Еще вам хочу показать. Купила вот такой вот кофе. Сенатор американо. Кофе с растворимый и молотый. То есть очень мне понравился. Я вам показывала, кто смотрит меня, показывала в покупках, во влоге, что я купила данное кофе. Я ни разу не пробовала. Мне просто посоветовал продавец. Я попробовала данное кофе. Действительно, оно мне очень понравилось. Да, внизу остаются какие-то вот мелкие частички молотого кофе. Но кофе крепкий, хороший,
очень классный. Разбавлять с молоком, со сливками будет еще круче. То есть мне он понравился, я не знаю. Скорее всего, буду покупать такой вот сенатор. Классный, классный кофе. Вот такие вот у меня были пустые баночки. Надеюсь, вам это видео понравилось. С наступающими вас праздниками. До новых встреч. Всем пока-пока.